Очень часто возникают вопросы у родителей, можно ли менять климат с детьми раннего возраста. Можно. Особенно если ребенок здоров, не состоит на учете у невролога, нейросонография у него в норме, тогда можно менять климат и летать на самолете. Но единственная просьба – оставайтесь в измененном климате никак не меньше 2 недель. Это связано с тем, что организм должен адаптироваться к изменениям. 2-3 недели – это оптимально. Очень важным остается соблюдение режима. То есть мы должны создать для ребенка условия, чтобы он максимально чувствовал себя комфортно и так же, как дома. Если вы летите в другую страну, постарайтесь для ребенка маленького, раннего возраста взять с собой те продукты, к которым он привык. Для детей постарше, возможно, тоже частично вы возьмете. И старайтесь как можно меньше выводить в рацион незнакомых, непроверенных продуктов. К воде бы тоже это можно было бы отнести, рекомендацию, но, конечно, это вряд ли возможно. Поэтому, пожалуйста, вылетайте с детьми, отдыхайте с детьми, но делайте это разумно и старайтесь как можно меньше, чтобы ребенок почувствовал перемену. Что касается изменения климата, то для детей, как правило, это хорошо. Опять же повторюсь, если ребенок в измененном климате находится не менее 2 недель.